КФУ возобновил работу колл-центр по вопросам здравоохранения. Работники центра занимаются мониторингом здоровья. Все подробности в следующем сюжете. Что делать, если вы почувствовали, что не различаете запахов? Как отличить ковид от обычной сезонной простуды? И как можно записаться к врачу в университетскую клинику? На эти все вопросы и на многие другие вам ответят в колл-центре медиков Казанского федерального университета. Добрый день, я сотрудник колл-центра КФУ, меня зовут Евгения. Чем я могу вам помочь? Позвонив на горячую линию, можно узнать о том, какие действия нужно предпринять при первых симптомах ковида, где можно сделать ПЦР-тест, какие лекарства можно получить бесплатно. Помимо адресной доставки медикаментов и информирования сотрудников КФУ, колл-центр еще и занимается мониторингом здоровья. Колл-центр обзванивает сотрудников Казанского федерального университета, у которых положительный тест на ковид. И мы обзваниваем их как раз 3 дня, спрашиваем у них самочувствие, все ли у них есть, и какие проблемы у них есть, и как мы постараемся их решить. Горячая линия была создана по инициативе ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова в ноябре прошлого года. Позвонить на горячую линию можно по будням с 1:00 до 3:00. Телефон горячей линии 206-55-07. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.